Одна из крупнейших автозаправочных станций республики снова повысила цены на топливо. Таким образом, цена на дизельное топливо выросла на 50 банов. В то же время подорожал и бензин с октановым числом 95. За его литр водителям также придется заплатить на 50 банов больше. Рост цен на топливо начался в середине декабря прошлого года. Первоначальные цены поднялись в среднем на 60 банов. Еще более высокие цены были объявлены в середине января. А последнее повышение цен на топливо произошло в начале текущего месяца. «Нам придется терпеть этот беспредел до 11 июля», – так прокомментировал очередной рост цен вице-спикер парламента и депутат платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь. «Можно предположить, что до досрочных выборов бензин будет стоить 25 леев. Совершенно неоправданно. Нары не торопится с разработкой новой методологии, а Совет по конкуренции со штрафованием представителей нефтяных компаний», – отметил Слусарь. Указ обнародования и закон о внесении изменений в закон о рынке нефтепродуктов были опубликованы в минувшую пятницу в официальном мониторе. Таким образом, Национальное агентство по регулированию в энергетике в течение месяца разработает и утвердит методологию расчета и применения цен на топливо. Новый закон направлен на пресечение злоупотреблений в этой сфере путем создания в перспективе экономической среды, основанной на принципах рыночной экономики. Закон принят в окончательном чтении 9 апреля. Согласно новой методике, цены будут рассчитываться с учетом существующих колебаний на международных и региональных фондовых биржах ПЛАЦ. Цены будут рассчитываться за литр отдельно для каждого вида импортируемого продукта и партии. Предполагаемая периодичность пересчета – 14 дней.